Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, есть ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Главное – это вы во всей этой формуле. Главное – ваши мысли, ваши чувства и ваши действия. Ну и, конечно же, ваша вера. По вере вашей дано будет вам. Это говорится даже в Библии. Поэтому дерзайте, ведь все в ваших руках. Знаете, ведь самое главное – взять ответственность за свою жизнь, на себя. И только за свою. Ведь меняя свою жизнь, вы меняете жизнь людей, которые вокруг вас. И таким образом один человек, да, может изменить мир. Помните об этом. Ну что, о чем предупреждают ангелы? Это колода Таро ангелов, и тут и архангелы, и ангелы-хранители. Я, когда приобрела эту колоду, я тогда начала уже вот свою рубрику «Архангелы и ангелы-хранители», где я рассказываю, как может помочь и какой ангел-хранитель в чем может помочь. Я продолжаю ее, сейчас немножко приостановилась, потому что мне приходится искать информацию, и в основном она идет на английском. Поэтому приходится переводить и обрабатывать для того, чтобы я могла вам преподнести это все коротко, ясно, чтобы вы могли этим пользоваться. Ну что, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, ну и, конечно, улыбнитесь. И мы посмотрим, о чем же предупреждают нас ангелы. Надеюсь, вы готовы. Я сейчас выложу не одну карту, я выложу три карты. Это будет три ангела. И мы посмотрим, что же они хотят нам сказать и о чем они хотят нас предупредить. Ну что, мои дорогие, первый ангел – это Иеротел. И он предупреждает нас о том, чтобы мы действовали уверенно. Только уверенность в себе и доверие в себе может привести нас к прекрасным результатам, которые идут дальше. По той простой причине, что из того, что я вижу, ангелы хотят повести вас к успеху и к радости. И это карты, которые выпали. Это я не придумываю, это я вижу здесь. Поэтому первое, что нужно, это уверенность в себе и доверие себе. Также ангелы хотят вас предупредить о том, что в вашу жизнь идут новости и вести, которые и поведут вас к улучшению вашей жизни. По той простой причине, что ангел-хранитель Иеротель – это паж жезлов. Паж жезлов – это огонь души. Паж жезлов – это быстрые новости. Это новости, которые заставят вас действовать быстро и уверенно. Поэтому
будьте уверены в ваших действиях по той простой причине, что именно ваши уверенные действия, а это уже ангел-хранитель Монадель, который говорит вам о том, что именно ваши уверенные действия и ангел-хранитель Монадель приведут вас к улучшению всех сфер жизни. Эта карта десятка пентаклей. Я вам еще и говорю, что это за масть, для того, чтобы хотя бы те, кто хоть немножечко понимают в картах Таро, понимали, что я не придумываю сказку, а я вижу, что может произойти, но не без вашего участия. Десятка пентаклей – это одна из самых лучших карт в колоде Таро. И ангел-хранитель Монадель говорит вам о том, что в ваших силах прийти к благосостоянию, к благополучию, действительно к большим и глобальным переменам в лучшую сторону в вашей жизни. Вы можете подняться по карьерной лестнице. Вы можете улучшить отношения в паре. Вы можете выздороветь полностью. Уверенность. Ангел-хранитель Яротель предупреждает вас об уверенности. И все это, вот одна уверенность в себе, может изменить вашу жизнь кардинально. И это, могу сказать, ваша будет работа. Никто не может изменить вашу жизнь. Никто не может принести вам все на блюдечке с золотой каемочкой. Хотя бы по той простой причине, что счастье у нас у каждого свое, и мы понимаем каждый из нас счастье по-своему. Поэтому уверенно двигайтесь, уверенно. Если вы принимаете решение, принимайте его уверенно. Попросите ангела-хранителя Иеротеля, и у меня есть на канале к нему обращение, чтобы он открыл вам дорогу. Ангел-хранитель Монадель, я еще до него не дошла, но в самое ближайшее время будет обращение к нему тоже. А вот Иеротель и следующий ангел-хранитель Нидхая, который говорит, что в ваших силах это все сделать. Он говорит, что о том, что вам открываются дороги, что вам открывается внутренняя сила. Это маг. Маг говорит о том, что все ваши начинания уверенные, начинания увенчаются успехом, что в ваших руках и в ваших силах изменить вашу жизнь таким образом, что вы придете к благосостоянию, можно сказать, во всех сферах вашей жизни. Также для тех, кого интересуют личные отношения. Девочки, могу вам сказать точно, будьте уверены, что мужчина в самое ближайшее время будет действовать, и его действия могут привести даже к браку. Главное, уберите из своей души неуверенность в себе, прежде всего в себе. Станьте уверенной в себе женщиной, и вы будете притягивать только то, что вы хотите. Именно хотите. Вытащите из себя неуверенность и положите туда именно уверенность в себе, любовь к себе, доверие себе. И мужчина, первое, могу сказать для тех, кто
поиске или ожидании своей половины, второй половинки, вы можете встретить вот такого мужчину, который уверен в себе, который умеет действовать, который способен на подвиги и с которым вы можете построить прекрасные отношения. Это вот для девочек. Для мальчиков, я бы сказала, вы можете стать вот тем самым магом, который может все. И еще о чем предупреждают ангелы, что в самое ближайшее время будет прекрасно начинать что-то. Начинать новый бизнес. Если вы заинтересованы в смене работы, будет прекрасное время для того, чтобы найти работу своей мечты. Для тех, кого интересует здоровье, в самое ближайшее время вы можете выздороветь. Главное, будьте уверены в этом. Только ваша уверенность и ваши действия и ваша вера приведут вас к всему самому лучшему. И расклад, я могу вам сказать, что этот расклад можно использовать как формулу для исполнения желаний. Но не забывайте, что двигаться к исполнению ваших желаний должны вы.